Функция «Расчетный лист» в приложении Smart ERG доступна только для штатных сотрудников, граждан Республики Казахстан и граждан с видом на жительство. Знакомьтесь, это Ермек. А это Олжас. И сегодня день зарплаты. Что же их отличает друг от друга? Да почти ничего. Они практически одинаковые люди. Они оба завтракают в одно время и едут на работу в одно время. Получают расчетный лист, но разными способами. Ермек выбирает старые методы. Только бумаги. И каждый месяц он теряет свой расчетный лист среди других документов. А у Олжаса таких проблем нет. Олжас, а давай расскажем Ермеку о расчетных листах в Smart ERG. Для начала установите Smart ERG. Авторизуйтесь, введя в поле свой номер телефона. Войдите в аккаунт, введя полученный SMS-код. В меню My ERG перейти во вкладку «Персонал». Затем перейти в расчетные листы. Обязательно пройти видеопроверку, после чего придумать и ввести пин-код. Здесь вы сможете увидеть свой расчетный лист, узнать сумму начислений заработной платы, посмотреть сумму удержания заработной платы, узнать о расходах работодателя и сумму выплаченной вам заработной платы, а также узнать о налоговых вычетах. Ну что, нравится? Конечно, нравится.